Я продолжаю свое путешествие, и сейчас мы находимся в городе Уссурийске. Это один из старейших городов Приморского края, ему 145 лет. Владивосток, 151 уже скоро исполнится, поэтому вот так все очень хорошо. Ладно, всем пока.
Не надо, я все равно не фотографирую. А? Я не фотографирую. А? Нет. Вот тут. Мне вот тоже просят фотографироваться. Тоже все хорошо. Знаете, я сам офигеваю от четверки. Вот такая хрень.